Ясно, Вилгаксу не хватает развлечений. Он нанял тебя как шута. Капитан Страшила высоко меня ценит. Он разглядел во мне потенциал, о котором вы, неудачники, и не слыхивали. Я разглядел неиспользованную возможность. Этот парень дал мне все, что нужно для создания самого большого гипнодиска. Теперь-то я смогу устроить шоу, которое вскружит всем голову. Эй, ты! Нет! Подожди! Что ты делаешь с моими чипами? Ты сам знаешь, что сила Умнитрикса может превратить даже самое жалкое существо в галактике в непобедимого воина. Представь, что будет, если объединить такую огромную силу с гипнотическими технологиями клоуна. Ча-ча-ча. В моем распоряжении будет целая планета безвольных зомби, полностью послушных моей власти. Идеальная армия для моей миссии — захватить Вселенную. Ну, что скажете? Пора готовить войска! Нет! Ну, а теперь я скормлю тебя этой машинке. Ай, хватит! О, нет! Только кнопок. Я не знаю, как отключить эту штуку. У меня есть пара идей. Ладно. Сажай его в машину. Мне нужно завершить программу контроля на ДНК. Слушай, большой Ви. Наконец-то заварушка. Теперь прыжок. Как тебе мой посох? Хочешь рассмотреть? Нет, спасибо! Почти закончил! Скорее загони его в ДНК-экстрактор! Будет сделано! Мощность экстрактора 100%! Смотри под ноги! Один Умнитрикс во фритюре с картошкой! Заказ принят! Заказ от меня! Испытываешь мое терпение, мальчик! Вперед! Смотри, куда... Ангус-драге! Сажай его в машину, я настрою программу. Лежите смирно, больной. Доктор Замбоза мигом вас вылечит. Ого, посмотри! Уверен, это именно то, что нам нужно. А тебе лучше отойти, Гвен. Мне тоже лучше отойти!